23 марта в МГИМО начались занятия в дистанционном формате. В рекордно короткие сроки в дистанционный формат были переведены программы бакалавриата и магистратуры, Горчаковского лицея, довузовской подготовки и дополнительного профессионального образования. Все кампусы университета на проспекте Вернадского, в Одинцово и Ташкенте успешно начали обучение в новом формате. Для технической поддержки образовательного процесса были закуплены корпоративные пакеты программного обеспечения и увеличены аппаратные мощности сети МГИМО. Организован колл-центр для студентов и сотрудников для разъяснения любых вопросов, связанных с организацией и ведением дистанционных занятий. Часть преподавателей работает из университета, часть – из дома. На прошлой неделе, когда у студентов были вынужденные каникулы, для профессоров и преподавателей специальных и языковых кафедр прошли обучающие семинары по интегрированию коммуникационных и образовательных платформ webinar.ru, Zoom, Google Meet, Google Hangouts, Discord, WenSpeak. Активно используются курсы на платформе Coursera, которая открыла бесплатный доступ для своих партнеров, в числе которых и МГИМО. Преподавание иностранных языков – традиционно актуальны поддерживающие сервисы Skype. Дни открытых дверей факультетов и учебных институтов МГИМО вышли в онлайн-режиме. В формате прямых трансляций на портале университета, в официальных аккаунтах социальных сетей YouTube, Facebook и ВКонтакте. Через специальную форму на сайте mgimo.ru абитуриенты и их родители смогли задать руководителям факультетов и программ все интересующие их вопросы о поступлении в МГИМО. Доступ ко всем электронным ресурсам научной библиотеки МГИМО тоже стал возможен удаленно, через личный кабинет обучающихся. В онлайн выходят не только лекции и семинары в МГИМО, но и многие внеаудиторные проекты университета. В ближайшее время будут запущены прямые эфиры и онлайн-концерты студенческих шоу-программ, театральные постановки и КВН. Проект по встречам с известными выпускниками MGIMO Generations также будет проводить встречи на стриминговых платформах. Переводятся в дистанционный режим профориентационные и просветительские программы с московскими школьниками. Запускается онлайн-центр студенческих компетенций, направленный на развитие soft skills для студентов трех кампусов. А студенческий спортклуб уже запустил цикл онлайн-тренировок в своем Instagram.